Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ав, это смотрите, недавно человек заказал у меня трек «Забавы». Говорит, поставь что-нибудь мне из Егора Крида. Это был его план. Он долго думал, что потом однажды через 3 стрима мне YouTube предложил, сказал: «Эй, Арслан, тебе это нравится? Держи, держи еще Егора Крида». Удалить из микса. Никогда больше мне его не советовать. Лоскутик. Ну, я помню, когда лоскутик был очень хорошим пиком. Это когда ввели броню. Ну, то есть все, уже броня уже была. Но... Ну, в смысле, прям много брони. Когда хп сделали меньше, а брони больше. Но все еще была этот спятый таверны, аннигилятор, которого можно было играть. То есть на лоскутике очень много здоровья получать. Профессор. Профессор! С кого начнем? Давайте с него начнем. Все время смотрел видео на ютубе, думал, там нейронка все генерирует, а тут, похоже, в реальности парик стримит карты. Добро пожаловать на Twitch. Он пошел по пути демона. Осквернился. А как мы на Борикриде проиграли? А, с мышкой. Ой, мы слабы были. Мы были чмошные. Так, ну здесь, конечно, во что хотелось бы сыграть? А почти во что угодно, на самом деле. Угу. Так, я думал, что там 3-1. Раз он проиграл с пиратом. Пойдет же, да? Пойдет. Ну, продать это яблочко не особо хотелось. Хотя можно было продать, а потом это тоже залочить тогда. Да не. Верит, а еще, кстати, одни красненькие пишут, а есть синенькие, которые... Вот одни красненькие, видите, мне пишут. Good luck, говорит. Верю в твою победу. Вон еще красненький. Верю в твою победу. Одни красненькие мерят, синенькие вообще не верят. Просто так ставят. Даже не считают, на что ставка, зачем ставка. Такие, что-то цвет какой-то надо выбрать, я выбираю синий. Как будто думает, тут матрица идет. Две пилюли предлагают. Ты просто зверь. Тоже демон. Чуть не проиграл. Чуть не проиграл, меня жестко подставил вонючка. Сразу тройку собрать его. Давай, там есть норм тройки. Ладно, из хороших очень троек. Так, привет, как тебе тусовка орка, Вики? Картель, что? Вики, картель? Я об этом никогда не задумывался. Может, так правильно? Вот, ну ребята прикольные, прикольно играть, мне нравится. То есть гуси сама по себе же игра такая. Не прям чтобы вау, но зато смотря с кем играешь, правильно? А компания там что надо. Из-за этого как раз и весело играть. Мы будем монетку плюс вот эту штуку ради лема, наверное, будем, давай. Хорошая, хорошая лема, очень хорошая. Лицеверные фриками, лицеверные, почему? Потому что он говорит, нет, я не убийца. А на самом деле он убийца. Но если бы он сразу подходил и все напрямую рассказывал, то, наверное, смысла игры бы не было. Проект Алексея бафает, а не дают бафа ему, говорят, обойдешься, циклон.
Ты сказал, как будто правда, что тебе не особо нравится. Нет, я говорю, не особо. Ладно, слышишь? Слышишь, что слышишь? Что хочешь слышать? Сюда, блинские. Этот циклон всегда хочет, чтобы я проиграл. Всегда делает плохие тычки. Это рукавица по-любому. Так, у тебя было что-то прикольное для меня? Кто это эти карты? Да нет, стойные карты! Ладно, точно рукавица. Тут вопрос просто... Скорее всего, просто это двоится и все, типа не парится. То есть, тебя забрать, забрал, забрал. Если ну никак... Есть смысл продержать просто против него карты, я у него бранов заберу и якобы под бранов сыграть этого привереду потом, но... Хотя он левел пошел, может он слабый, может я вот так могу его выиграть? Может его просто так выиграю? Да, не будем жопашниками. Так, ну брана не дает, но все карты напродавал, одно говно с браном дает. Мог не ставить карты, я бы все равно выиграл. Надо было не ставить. Ну кто знал, что он все карты продает, чтобы быть сверхслабым. Только весь чат. Вообще, кого-то дирижер окей. Думаю, я хочу его забрать. Думаю, в будущем будет полезным. И тут вопрос тогда такой. А почему надо тебя продать? В общем, мы будем оставаться, забирать эти монетки, либо я просто продам, типа поставлю, съем, продам, пойду в левел. Наверное, просто левел, пойду. Плевать на эти монеты. Сейчас под него найдем. Тут просто два хороших демона есть. Есть паломник. Есть барабанщица. Барабанщица под браном, если найдем. Под, ну, то есть. Одна барабанщица, и все, ты уже ворф. Покупка дирижера уже себя окупает, уже классно. Не можно за мне песню найти. А я тебе сейчас так скажу. Ой! Е-е-е-е. За шазами. Тру-т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 у. О! Е-е-е-е. Шазамишь? Знаете, на займ могу так кинуть. О, вот это хорошо. Так, 1-0, тундра взяла первую карту сюда. А вот потому что вот так вот. Вот так вот, надо верить тундру. Я говорю, у них нет права на ошибку. Они должны сейчас жестко запотеть. Прошлый луз должен по ним сказаться, они должны, ё-мо, что за фигня, почему мы лузаем? Давайте-ка, вот так должно быть. Ав, это, смотрите, недавно человек заказал у меня трек за баллы. Говорит, поставь что-нибудь мне из Егора Крида. Это был его план. Он долго думал, что потом, однажды, через 3 стрима мне YouTube предложил, сказал, эй, Арслан, тебе это нравится? Держи. Держи еще Егора Крида. Удалить из микса. Никогда больше мне его не советовать. Так, хорошо, мы будем оставлять такую пару и пытаться его трепет собирать. Я думаю, да, будем. Поехали. Брат-братишка, под музыку. Брат-братишка, под музыку. Почему ты не на старпер-хабе? По возрасту подходишь. Не подхожу я по возрасту, поэтому не на старпер-хабе. Жасамин, спасибо. Вот-вот, you're welcome. Ты исполняешь шедевр. Выключая музыку, исполняя сам за НАТО. Ну я тоже стану же. Ты подлин, как ты можешь так скрину? Потому что я не хотел его слушать, а мне его сочили. Ты просто зверь.
What the f... Еще и SMAT в приборне, ну это имба, ну это... Ну так нельзя. Давай в холомину мы проиграем, чтобы... Давай налево, налево, только налево точки. No, налево, налево. Left, to the left, to the left. Yes. Холомину проиграем, пусть лучше отсюда хотя бы не получит меха, но это слишком вкусно для него, на топ-1 идет. На первое место идет. Жалко, что в лобби тоже есть кто-то, кто может это все забрать себе. Кого мы заберем здесь? Уточка очень много денег жрет. Ну, то есть я, очевидно, это все забираю себе. Только уточка... На лобби. Оу! А, не оу. Чё кричишь? Тихо давай сиди. Всем пофиг. Разорался. А, давай, что-нибудь такое тогда. Это... Спасибо. Ладно, спасибо. О, май гэ. Так, тут у нас сколько? 7 гармохани, тут наши все деньги, правильно? Вопрос только, но как? Тут очень много денег. Может пока не ставить битбоксера? Нет, я должен ставить битбоксера. Брана продать? И мне нужен дрон на столе золотой. Я могу тебя поставить и отдать пока эту штуку в него. Тебя не ставят. Хотя нет, зачем? Правда, бенеги, тут очень много бенег. Или что, думаете, пофиг? Там 7 провока... Ну, в смысле, 7 штук громыханий. 6 из них это бенеги. Пофиг. Жалко, блин. Угу. Сейчас сделаем. Ну, вообще его на персонам. Опять ебану начинаем плеем, а тут все, вся игра очевидна, то есть каждый ход, каждой игры всегда все очевидно. Брат, начинаем тебе, ну пусть работает под большим глазом. No, I can scream that we made it. А чё все такие жесткие? 10-й ход. Братик, 10-й ход, зачинился.
А где песенка? Она хотела. Ссылку кидал. А где песенка? Ссылку кидал. Сейчас по... В смысле? А, ну я поставлю. Все, что не поставил, ребят, все поставлю. Сори на нее, все поставлю. Блин, еще раз. Надо было кидать и сразу ссылка кидалась. Тут первая карта вин, да, я видел. Точнее, видел, мне сказали. Так, там есть что-то для меня? Ничего, да? Ничего. Мудший словарь. Сейчас снова мурлоками сыграю, снова проиграю, все, кранты. Обида, жесткая обида у меня. Не надо так. Не та версия, как не та версия, я ссылку открыл. Как тварью? Не надо! Ладно, надеюсь, что хватит. Мы нереально сильны, но, блин, лобби может быть еще жестче. Сидят, карты покупают. Нет, ты посмотри, два хоровых под этого чувака. Ну вы что, карты покупаете? Жизнь нечестна. Что за шкаф подник? Ну а что они карты покупают? Ну это честно по-вашему. Механизм 6. Так, мы ищем броню. Броня. Такую штуку можно залочить. Но в целом, что я здесь ищу? Мне нужны, получается, что? Мне нужны глазки, во-первых, на залочение карты, чтобы можно было позолотить. Я его позолотил. Надо мне еще позолотить утилизаторы. Чтобы оба были золотыми. Для этого глазки нужны. Ну, либо сейчас обилки не заберем. Вот. Это one. Плюс еще нам нужны штанишки. Штанишки я тоже сполоскал, чтобы можно было с битбоксеров снять штанишки. Пусть они голожопые ходят. И что-то мы еще, наверное, искали. Ну, само собой, помимо брони. Ну, таркарь, нет, ну это понятно. Типа, таркарь бы давать, мы бы забирает это защитного. А, ну, в плане из того, что прям... То, что всегда выкупаешь. Ну, там нужно две найти. Короче, тяжело это. Надо что-то из того, что проще. Что просто, типа, нашел магазин, такой, о, хороший, купил. Ну, что, больше шансов. Битбоксеры тянутся по стам. Это потому что на них самих... Окей, это потому что на них самих не прокали утилизаторы. Есть один дракарий плюс утилизатор, но... Вообще это нормально, учитывая, что дроны, да, еще есть. Ауч.
Так, ну дракар есть, дрон есть, развалюха есть. Есть, 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 есть. Роу. Роу еще на дракаре. Хоп. Роу и кот спел. Шмырлок. Шмырлок, шмырлок. Ну ладно, поехали с обилкой. Получается, забрал. Поставил. Оп. Неважно. Неважно. Неважно, неважно. Так, это происходит. Забрал. 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 Роу. Это мне на самом деле не нужно. Роу. Давай песенку. Роу. Сейчас отдам. А я что, я брал песенку? Если брал, сейчас отдам. Роу. Роу. Ну не. Надеемся на лучшее. Не, давай, давай песенку сейчас дам. Песенку отдал. Ну, я решил не лочить засыпай. Найдем что-то лучше. Ну, 100, но он пошел другой собирать, надо было фул в это идти. Плюс проходчики, плюс яды. Только так. Ну, тогда был сильный, сейчас на самом деле тяжело ему одолеть, то, что скейлится само по себе. Что неважно. Забрал. Левел, роу. Подожди, ты проиграла? Что? Но как? Привет, чемпион. Ютубовская отката. Отмечено. Отме... Что? Что? Ютубовская отката... А, есть, Сёма, сюда, сюда. Опа. Сюда, Тёма. Мы что-то делаем, что-то меняем. Я могу мутант собрать. Типа тебя продал, тебя слопал. Поставил ее, поставил врагореза, пытался в него плюнуть, поставил оракула. Да не, кого факапать с ним, пофиг на все. Пофиг на все, проблема Арслана с будущего. Пусть Сит разбирается, дрочок. Дрочок. Я менял. Не, можно поменять, можно менять. Ну, то есть это... Не менять скорее для красоты, да? Чтобы дальше бафалось, дальше все работало. Тем более золотая дракари теперь... Герои, токсики. Так. Так. Та. 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 А чё, чем повторяет это, этот? Не надо тут.
Так, и он с ним справился. Он был довольно сильный на самом-то деле. Золочение битбоксера. Стой, а как? Золочение дрона. Я продаю мрачноглаза, я золочу... А, подожди, зачем тогда золотить битбоксера, если я продаю? Окей, мы точно поставим вот это вот на стол, правильно? Кто мы? Кто? Кто я? На, пусть бы так. Надо было забрать там у Тануса. Забрал бы там у Тануса, я бы смог его слопать, поставить еще клиф на стол. Трезей на мехах ни разу ничего другого не собирал. Только механизмы были. Только механизмы. У нас челлендж просто, играть на мехах только. Ничего кроме мехов не собирал. Вот, и еще раз, Тёма. Долго у Тёмы, ребята, была миссия. Миссия засветиться на Ютубе. Долго он старался, долго он пытался, и наконец у него получилось. Тёма, я считаю, это успех. Успех. История Тёмы должна вам говорить о том, что never give up. Стойте на своем, идите до конца. Ну вот как мы сейчас на мехах. Только на мехах играем, у нас ничего кроме мехов не собиралось сегодня. И мы стоим просто на своем и играем только механизмов. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.